Интернет-магазин Overstock.com стал первой общественной компанией, выпускающей акции в интернете. Более чем 126 тысяч акций компании были выпущены на блокчейне Bitcoin. Как сообщает Wired.com, компания провела последние два года, создавая новую технологию, которая облегчает этот новый способ торговли ценными бумагами. Компания, как и ее генеральный директор Патрик Бирн, рассматривает блокчейн как способ существенной оптимизации не только фондовых бирж, таких как NASDAQ, но и всех других видов рынков капитала.